здесь даже столики. Парк Жан Драпо. Жан Драпо. Тут мужик сидел за столиком. Я не понимаю, как вообще здесь можно сидеть. Потому что эти насекомые, они повсюду. Только бы они мне под майку не залезли. Вот на руку уже садится. Хорошо, что я в очках. Не знаю, видно, но летает прям. Вот на руке сидит. Они повсюду. Что же вы, чайки, так высоко летаете? Надо здесь половить. Именно в этой области, я не знаю почему. Наверное, они здесь плодятся. Я смотрю, здесь много этих столиков стоит. И пару человек тоже здесь. Один на шею мне сел. У меня еще волосы такие длинноватые. Как бы они мне сейчас волосы... Я уверен, что они у меня в волосах сидят. Я чувствую, как они касаются. Я возвращаюсь на трассу. А мне эти насекомые атакуют уже. Они прям врезаются в меня. Я не знаю, чем я так угодил им. Но может хоть на трассе это они расслабятся. Это тормозные. Когда влетаешь, чтобы тебя так не заносило, ты чувствуешь, как притормаживает тебя вот эта полоса на выпуск, немножко приподнятая. Там свадьба идет. Кто бы мог подумать, что там свадьбы делают. Но сезон хороший. Надеюсь, что их этим мушкара не добило. Так поливают вот этот мост, который я видел. Второй. Я хотел перейти через него, но надо с другой стороны входить. С этого входа нет. Так воду, то есть поливают водой этот газон. Потому что здесь нет труб, чтобы они сами поливались. Но я думаю, нельзя, что там машины едут, болиды. Ну, такой тачанкой поливают. Это развилка. Так. Может, они на мост туда идут? Или нет? Нет. Показано здесь проходить. Выглядит конструкция сцены. Она навряд ли упадет, потому что здесь все переплетено металлом. Даже дерево в середине. Я взял воду, минералку. Она еще холодная, так что надо ее сейчас выпить. Я вернулся на мост. Я не уверен, что туда можно вообще заходить, в эту ротунду. Это вообще научная станция измерения. Написано, что это биосфер музеум. И здесь вход. Значит, все-таки можно войти? Я сидел час перед входом здесь. Уже начало шестого, я думал, что я уже пропустил. Там закрыли один вход. Как бы добираться сюда и пойти. Я посмотрел на карте, он до 7 работает. Явно не для меня. Называется Biosphere. В чем прикол? Я так и не понял, в чем прикол. Я прошелся за минут 5 внутри. Там вообще ничего. Какие-то насекомые, пару штук в стекле и все.
Больше ничего нет. Пойду-ка я по кругу похожу. Написаны знаки, что здесь какие-то еще будут тракши. Сейчас посмотрим. Здесь развилки. Надо на карту смотреть. Впереди говорят, говорится по карте Levi's Tower. Башня Levi's. Временно закрыто. Это я сейчас иду первый остров. Другая половина. Ну, дальше, чем этот биосфера. Он идет через парк. Тропинками такими асфальтированными связан. Музон. Там возле шалашей биосферы играет на полную дискач. Здесь никого. Все там тусуют. Та биосфера, я так и не понял. Только те железяки. Я думаю, это научная станция. Внизу вообще смотреть нечего. О, вот эта башня Levi's. Его городили. Там электронная музыка играет. Я предполагаю, это смотровая, оборонительная. Но камень какой-то он новый. И он так сохранился. Там, короче, за спуском озера. Интересно, что когда я был в Сан-Франциско, у них есть там Treasure Island, остров сокровищ. И они их проводят на фестивале. Там такая статуя большая, как эта сфера танцующая, в танце застыла. И там тоже фестиваля. Чуть мушкуру не съел.